Привет, моделисты и моделистки, aka Crazy Russian. У меня такое же видео коротенькое, здесь я все-таки сделаю сборочку. Есть на DCC Chain основном канале для тех, кто подписан. Так что, ребята, вам эксклюзив. И тоже там я не делал, что как я собираю. Не поймите меня неправильно, я очень люблю вот эти киты ESU, Sugar Cube Speakers, да, их собирать надо. Они классные, но у них такой супер высокий high pitch по-английски, просто звонко все. Чтобы сделать по басов побольше, нужно делать этот более мощный этот chamber, да, но здесь места нет, то есть я крутился-вертелся, в конечном итоге взял Railmaster Hobbies DS1440, называется Box. Мы продаем их, там цена, конечно, получше у нас на веб-сайте. Выглядят они так. Тоже Sugar Cubes, но басы сделаны вот эти... Бас, короче, идет низкие частоты, гораздо лучше. Он такой ду-ду-ду-ду-ду. Я уже попробовал его. С разными спикерами пробовал и другие, пробовал TCS, пробовал тоже из Railmaster Hobbies. Это лучше всего получилось. Так, как это сделалось? На крыше, вернее под крышей, там две клипсы такие есть торчащие, которые держат эту крышу, всю эту систему. Пришлось сделать небольшой такой extension, да, ну, вот приблизительно такой длины, и я вклеил на эту крышу, и после этого, причем таким жестким пластра, который разъедает весь пластмассу, это хорошая вещь. И потом я использовал эту double-sided tape, которая на улицу идет, она практически сама по себе материал, это не поролон с двумя прослойками, там какой-то клеющийся, это сама штука такая. Вот на здесь две и здесь одна, чуть поменьше площадка, и потом видите вот две точки сейчас, раз, два, и здесь тоже две такие белые, они будут, это micro crystal clear, но на всякий случай, чтобы уже было secure, как говорится по-английски, четко. Вот они высыхают, потом они становятся бесцветными. По-английски это transparent. Так, ну что, собираем. Я уже проверил, все четко должно быть. Потом следующий видосик, наверное, покатаю я его. Вот. Эта инсталляция хорошая. 7 из 10 по моей шкале. Потому что я переделал свет, все это распотрошил. Соответственно, с этими спикерами. И сделал такой бонус для нашего моего клиента. Здесь, да, передок вставляется вот так очень резко вертикально. Там я, кстати, тоже починил немножко, подправил. Так, я поставил ему KD couplers, чтобы балдел. То эти Atlas, они что-то не очень. Так, сейчас мы сделаем так. Главное вынуть из схода. Просто не видно, ребят, больше мои руки, наверное, да? Мне самому не видно за увеличительным стеклом. Ну, вот так. То есть, передок такой имеет крючок, да? И потихонечку. Главное, чтобы, смотрите, не попали вот эти вот тончайшие. Они из, типа, из таких... не какой-то из чулки из чего делают, ну вот какой-то полимер. Так, осторожно, вот тут куда ты, нейлон, вот производные такие, которые не клеются CA, но их нужно вначале размять специальным таким. Ну, с трудом клеится, да. Ух ты, как они здесь.
И все, здесь на задке такие две штуки. Сейчас я их нажму, и все. Встал. Вот так, больше ничего. И потом вот так все. Слышите, там подхрустнуло чуть-чуть. Это значит хорошо все. Вот, потом берем аккуратненько. Пинцет, ребят, но это уже на выбор. Здесь я показываю, как я делаю. Люди делают по-разному. Эти имеют хорошие вот эту вот насечку такую. Надо очень-очень аккуратненько. Тоже можно крутануть даже чуть-чуть так. Вот так. Кропотливая работа, но я бы не записывал, я быстрее сделал. Ну так, чтобы вам ради интереса было. Да, эта сторона немножко тяжеловата. Ладно, сейчас быстро сделаем это. Я надеюсь, быстро. Кстати, вынимать их тоже очень иногда совершенно сложно, потому что если плоский пинцет, да, без насечки, очень сложно будет делать. Чуть-чуть наживить тогда. Главное тоже не передавить. Эта сторона повеселее, да. Вроде бы из одной пресс-формы все, да, все идет. Я, может быть, говорил, а может, не говорил. Модель 2007 года, вот что. Когда мы магазин практически открыли, Atlas сделал полностью этот ретулинг, да, и стал делать такие классные модели. Да, вот эта сторона, она немножко уже пивка пора. На вечерний прием пивка. Вот должно быть просто идеально все совпасть, угол 90 градусов, там никаких других мнений быть не может. Как-то я умудрился вот эту штуку в начале, да, раньше, когда я разбирал. А это вот потом зашла как-то сама проще. Не знаю почему. Можете объяснить мне. Ребят, если не видно, ну я прошу прощения. Стараюсь как могу. Сейчас должно быть. Да. Вот прям без. Там микроны, я не шучу. Идет счет на микроны. Так. То же самое здесь. Вот это вот. Я думаю, развернуть чуть-чуть разверточкой. Но думаю, нет. Если вы так, ну, относительно туговато, конечно, но выходит. Потому что, видите, она такая очень. По-английски будет flimsy. Все. Ну вот. Да? Главное не передавить. Все, зашла. Вот говорю, ребят, серьезно, на микроны счет. Вот так. Все. Потом их аккуратненько тоже так центруем, чтобы они не в натяг были. Все вертикально, чуть-чуть здесь. Так, сейчас посмотрим с этой стороны. Вертикально, здесь все вертикально, хорошо, здесь горизонтально. Вот такая машина получилась. Отлично. Все, следующее видео. Каплеры поставил, классный. Следующее видео уже покатаем. Вам, ребят, успехов, всего наилучшего. Давай.